Никому тебе грибы принесла. Ну, так почти сейчас досварю. А варить завтра буду, наверное. А что ты сегодня не будешь варить? А что? А я не поняла, а что, Олег ел котлету, Левка ел, папа ел, а где мне котлета? А они все съели, 4 котлетины были, все съели. Ну, ага, не из рыбы. Ничего не знаю. Не из рыбы. Я же покупные беру, они нормальные. На, только я не хочу. Не, они покупные, Келя, не из рыбы, я из рыбы не беру. Мам, дай блюдечко с солью, пожалуйста. Чего блюдечко? Сольно. Сольно? Я не из рыбы, это я... Не греми, слишком громко очень для меня. Ярославский бродер покупаю, так мне нравится. На. Угу. Давайте лук без соли как-то. Да. Что делала сегодня весь день? Что делала, говорю, весь день? Кому ты говоришь? Тебе. Так что я делала-то? Суп варила, убиралась, и что не видела, что я делала, что-то. Когда видела-то я в лесу была? А, так до этого ты пошла, тут убиралась, в магазин ходила. Так вот, то время и прошло, слышишь? Да. А что еще ты делал? Ничего такого, да, не помню. А, ну да. Прям с аппетитом с таким лезет. А? Что такое-то? Ну, как тут маленько прибрать? А где Олег, что двери закрыта? А он сейчас Катю на станции встречает, сейчас приехал. Я звоню, он приехал. Приехал? Катя, Олег, ага. Приехали. Камера у меня. Ну, приехали только. На огород за укропом мне охота идти. Ну эти-то возьмешь грибы, в мешочек положите. Опять там? Да. Давай. Будешь дома, пожалуйста. Угу. Сейчас мешочек чистый. А, соплер ставится. А? Соплер на сумму ставим. Сейчас я тебе мешочек помыла, так положу мешок, да и варить так долго. Ой, они вареные, только пожарить тебе. Тебе только их пожарить. А я сегодня вешенки нашла. Ой, что ты грязненько. Я не верю ни в какие вешенки. А почему, ты не пробовала? Да не нужны они мне, эти поганки. Чё это за вещи? Да они же не поганки, они в магазине стоят, вешенки продают. Не пусть продают. Я не хочу такие вешенки. Потом освобожу, до костюма как помню. Кто стоит, мешается. А тебе там гарда? Картошка есть у тебя? Дома ты? Нет. Возьми у нас вон немного. Да я возьму на огороде. Да, на огород покушу. Сейчас все равно еще разгружать машину воит. А с чем разгружаете это все? После рыбалки еще не разгружали, не было времени. Ну вот я тебе положила, вот столько получилось. Смотри. Да. Ну вот. Надо еще в один мешок эту путику. Ой, путику вкинуть. Еще один мешок. О! Ой, хорошо, горячо. Что тут такое? Рыбники съели, надо еще испечь. Да кипяти он есть рыба. Я ее не использовала. Возьмешь там. Что ты их сварила? Они же так едятся сразу на сковородке. Иди нафиг. Я не хочу. А Димка пришел, наверное, 7 этих взял. В один пакет 4, в другой пакет 3. Ну, пошел. Ну, ладно, говорю, осталось 3 всего. Олег 2 пришел, взял 2 этого пирожка. Ну, вот так вот. И съели, короче. Мы тут съели, да. Олегу горелый нравится. Дай мне вот эти горелые. А что, они сгорели, да, там где-то еще? Ну, низ, да. Я говорю, да берите. А я видела там с одной стороны почему-то. Один нашла вчера, еще, наверное, ну, парочку. А, берите, берите, какие-то. Бывай. А чернику заморозила. Тебе не надо? Нет. Пакет. Много получилось? Ну, так. Я пакеты в 5-литровое ведро сложила. А пакетов тут это... Ну, пакеты... Мама, не греми! Так громко, я боюсь громких звуков. Я сейчас мою посуду.
Ничего себе, за 5 минут все вся столкала. Вот это я даю. За голубухи. А голубика тоже хорошая ягода. Голубиха? Полезная, да. Угу. Сегодня так. Видела, но что-то не в том количестве, что я хочу ее собирать. Я читала про нее. Ешу. А картошку что с грибами не хочешь? Не влезет уже. А там в супе мясо еще есть кусками у меня, кусочками. А я только кое-что достала из супа. А там мясо у меня отдельно, ну в смысле от кости. Оно и на гуляш резала, так положила. Какой взяла? Ну и ешь, что хочешь. Там же тоже мяско есть, да? Угу. Ну так вот и ешь. Что, поедите? А рыбу-то что не ешь? Забыла. А, забыла. Что, не посолилась еще? Да я долго не солю ее, мам, вообще. Да? Да. Ну, полежит денька-два, да и нормально. Да, пили там уже, нет? Я говорю, там сразу, через несколько часов. Да. Ешь хоть. Эту ешь, что? А я думала, Димка придет. Ну, тут супер, она кусочками. Юрка наливала, может, вылавливала. Левка ел тоже суп, я говорю, ешьте. Короче, все повылавливали. Сегодня я говорю, утром варила. Нормально, слышь, нормально, суп ешь. А вот тебе маленький кусочек. Там какие-то... Ну? Тетки на болоте, вчера их видела. Ну? Сегодня их опять встретила. Они говорят, давай завтра с нами поехали. А кто это такие? Ну, не знаю, пенсионерки лет под 70. А ты спросила, как зовут дочь? И сколько их там штук? Две? Две, а кто такие-то? Не знаешь их, не рыбовские? Дима знает, а я не знаю. Чай ставить? Дай кружку с водой. Мед будешь? Чего не хочешь? Ну, хоть супу поела. Ела ты суп? Когда последний раз я ела суп? Сейчас вон. Я ела. Не заметила, и ты быстро съела. Так, не помню, когда я последний раз ела суп. Уху только ела когда-то, это дома. Так налить супу в банку с собой? Не. На картошку поешь с грибами. Я их отварила, потом жарила. Тебе грибов наела сюда? Ну, не как хочешь. Ну, салат ешь. Так. А мясо там копченое будешь? Не, копченое мясо, магазин я не хочу. Если бы ты сама покоптила еще. Ну, можно? Сейчас буду коптить. Руки из жопы буду коптить. Что тут кино не снимается? Снимается. Лапы не придави, мухи. Ты в кино уже. Вообще. Ешь картошку с грибами. Я принесла дробилку. Давай, да, за ней пришел. Так Катя там вычит. А? Чего? Дробилка здесь, она тебе даст. Что, есть брусника-то? Зеленая. Брусника есть зеленая еще. Зеленая. Ну, зеленый принесла, там на лоджии сходишь посмотреть. Может, дойдет. Да, я не хочу так, чтобы дойдет. Давай, может, Катя покушает. Чего, давай-то. Картошки с грибами. Как я натрескалась вообще. Голодуха просто лезла. Может, у меня второе дыхание откроется. Еще раз съездишь. Ты-то будешь есть? Еще поем. Олег. Давай. Есть, на двоих, на моих, хватит суп? Да, хватит. Салат, салат, салат.